Мы откроемся в среду. К вечеру ее продадим. Бонга? Ну что, идем? Вы уже час на это пялитесь. Не пора переключить канал? Эта картина излучает странное спокойствие. Хотя в ней есть и жестокость. Она очень трогательная. Красные пятна – это трогательно? И сколько она стоит? Кажется, 30 тысяч. Проверьте, если хотите. Да уж вы проверьте. По-моему, цена чуть завышена. Вы что, купите эту дрянь за 30 тысяч? Это невозможно. Почему? Вполне возможно. У чувака кровь пошла из носа, и он просит 30-ку? Скажите, Рис, как вы думаете, почему людей тянет к искусству? Наверное, это прибыльно? Нет. Это единственный способ оставить след на земле. Фигня это, Филипп. Я сейчас куплю красок на полтинник и настыжу на полную катушку. Еще синий добавлю бесплатно. Так, хватит болтать. Нет, тут есть стиль, да, есть почерк, но 11 тысяч это как-то слишком для дебютанта. Да. С другой стороны, я не куплю, а через год он будет стоить 30. Я спохвачусь, а ты скажешь, я говорил. Да? Да. Значит, выставляется в Лондоне, а потом в Берлине. И в Берлине тоже? Ух ты. Ну, даже не знаю. Как-то... Это серьезно, 11 тысяч. Давайте слить мне информацию. Мадемуазель? Да? Будьте добры, принесите ему конверт. Спасибо. Спасибо. Почему? А зачем? Это что такое? Столько вы стоите на рынке искусства. Я получил за вас 11 тысяч. Только не бросайте. У вас явный талант. А то! Выгодный бизнес. Потом меня осенило. Какое-то было вдохновение. Все сразу нарисовалось. Вдруг еще и музыка наложилась. Как-то все срослось. И на меня сошло какое-то озарение. Я как будто увидел свет. Что-то вас уже понесло. Нет, ну 11.